По дорогам Победы прошли студенты Кустанайской области. Творческие молодежные коллективы, представленные всеми вузами региона, приняли участие в отборочном туре международного фестиваля. Он посвящен 70-й годовщине празднования Победы. Военная тематика была представлена сразу в нескольких жанрах. Это инструментальное хоровое исполнение, художественное чтение и эстрадный вокал. Победители регионального отборочного тура отправятся на гала-концерт. Он пройдет 29 апреля в Астане. За время подготовки к конкурсу студенты выучили десятки фронтовых песен и стихотворений. И, как сами признаются, их переполняет чувство патриотизма и благодарности ветеранам Великой Отечественной.